Для воспитанников Чистопольского детского дома, как и для любых детей, предновогодние дни всегда особенные. Это время исполнения желаний и общения с гостями. В этот раз детский дом посетили с подарками глава муниципального района Дмитрий Иванов и гости из Москвы, депутат Госдумы Ольга Павлова. Поздравляю с наступающим Новым годом. Уверен 100%, что все ваши мечты в этом году сбылись. Если у кого-то они вдруг не сбылись, то я думаю, что вы загадаете их. Положите под елочку, и Дед Мороз сделает так, чтобы на следующий год ваши мечты сбылись. На новогоднем празднике традиционно у елки все ребята продемонстрировали гостям свои костюмы и творческие способности. В этом доме сегодня проживает 29 детей. Среди них победители республиканских и муниципальных олимпиад и конкурсных программ, активисты и просто талантливые дети. На церемонии вручения подарков была возможность познакомиться с каждым ребенком. Разрешите и нам в этот праздничный день поздравить вас с Новым годом. Пусть Новый год принесет вам больше счастья, радости и улыбок. После праздничного концерта гости прошлись по детскому дому, побывали в жилых комнатах, кабинетах отдыха и творчества, в учебных классах, где воспитанники осваивают азы рабочих профессий. После ремонта детский дом стал еще более уютным и современным. Это по достоинству гости оценили. У меня два детских дома. Это детский дом Чистопольский и Нижнекамский. И те, и другие воспитанники уже за эти годы стали для нас родными. Мы очень внимательно следим за ними, за их судьбой. Я думаю, что если какая-то необходимая помощь будет, мы всегда будем рядом. Новый год, Новый год, все подарки под подушки, я спускаю Новый год, никуда не ходи.